друзья, я Роман Головин, и сегодня хотел бы с вами поговорить о переписывании программы, что происходит во время переписания программы. Итак, энергетическая программа человека, либо по-другому судьба. То есть на тонком плане ваши учителя прописывают вам каждый шаг в вашей жизни фактически. И основная программа содержит, что вы должны делать, какие сверхспособности вы должны открывать, либо ничего не открывать, тип питания, какой у вас там прописан, как вы должны мыслить, да, куда вы должны двигаться, в какой стране вы должны жить, сколько денег у вас на данный момент времени в программе прописано, да, есть ли у вас дети, обязательно их рожать, там, да, воспитывать, есть ли у вас жена, муж обязательно по программе, сколько у вас кармы, там, какие жизненные уроки, сколько у вас болезней и так далее. То есть все это прописано. И человек, который меняется со временем, да, он меняется за счет того, что программа переписывается. Бывает несколько видов программ. Это обычная программа, когда у человека полностью практически все прописано досконально. Это зал ожидания, когда душа либо устала, либо попадает на отдых. Дальше идет зал ожидания. Это когда человек, душа прошла несколько жизней, и учителям нужно взять время, чтобы проанализировать все ваши предыдущие жизни, правильно вы жили, выполняли, насколько вы правильно выполняли программу, там, да, наработали вы карму там, и так далее. И многие думают, что после смерти физического тела душа попадает как раз к Богу. И Бог спрашивает, что ты сделал? Никто ни с кого ничего не спрашивает. Вот, все записывается, все это анализируется. Куча помощников за вами периодически следят. И так далее. Учителей. Человек, он все время на виду. Так как на тонком плане все это видно. И назначают человеку следующую программу. И как, пока ему назначают, разбирают, человек находится, душа находится в зале ожидания. И таким образом, через там 3 месяца, 5 месяцев, год, кто-то там 20 лет в зале ожидания находится. Все зависит, насколько развита душа. Если душа не развита, там особо сильно спешить не надо с развитием. Там могут 20 лет ждать. Как правило, сейчас быстро это все переписывается. У человека там через какое-то время, там полгода, да, появляется там 6 месяцев, год максимум, новая программа и так далее. То есть вот несколько вариантов, когда человек может и вообще из зала ожидания на отдых попасть, после отдыха в программу, из программы в другую программу, потом в третью программу, в четвертую программу, потом может опять на отдых попасть и так далее. То есть варианты различные. То есть на каком этапе вы, допустим, к нам обращаетесь. И этап любой может быть. И причем программа, она может частично отсутствовать, да, что-то переписываться периодически и так далее. Вот когда идет полная переписка программы, чем дольше эта переписка идет, тем человек немножко такой в растерянности начинает пребывать. Цели, задачи какие-то в жизни пропадают, актуальность чего-то пропадает. Не хочется работать, там меньше заработка может быть даже у некоторых, не всегда. Вот. Тип питания может потом поменяться. То есть какие-то продукты, которые вы раньше с удовольствием ели, не хочется уже есть. Как бы. То есть какая-то вот апатия начинается, какая-то легкая, да, там меньше энергии. Не получается медитировать. То есть какие-то желания пропадают, что-то делать. То есть такая немножко размазанность жизни наступает, да, немножко схожесть наступает с залом ожидания и отдыхом. То есть нет целей, задачи каких-то таких. Можно даже начать портиться отношения в семье, как бы, да, между женой и мужем или там теми людьми, кто долгое время живет друг с другом. Это не всегда, это может такое быть. Поэтому, когда программа переписывается, она меняется. Естественно, старая программа заканчивается, и все, что со старой программой
со старой программой было связано, оно может уйти в небытие. Вот. А руны, допустим, любые руны, какая-то помощь, там, да, изменение чего-либо, там, дополнение в программу через сущности, когда мы просим, да, говорим, там 6-8 месяцев надо подождать, чтобы она прописалась, там 3-4 месяца, там, полгода, год, неважно, на любой срок. И если, допустим, мы сегодня, допустим, прописываем какую-то руну на повышение финансового потолка, например, там, или руну на омоложение, на похудение, там, неважно, там, либо от радиации, от всех видов излучений, то через 4-5 месяцев, может быть, да, сегодня мы еще это не знаем, решат вам переписать программу. И руна, которая должна была заработать через 6-8 месяцев, она заработает там через год и 3, допустим, месяца. Потому что сущности стараются подогнать вот эти новые руны, новую помощь под новую программу. Смысл в старую писать. Она стирается, что-то переносится в новую программу. Каждый раз, когда у вас какие-то руны прописаны, меняется программа, допустим, 20 рун прописано или 30. Человек попадает в зал ожидания, какие-то руны не работают, на отдыхе тоже могут не работать, какие-то работают. Потом опять новая программа прописывается, те руны, которые не работали, их надо прописать, и те, которые работали, надо прописать в новую программу. И вот этот момент переписывания, да, когда руны какие-то могут не работать, то есть не нужно бояться, что там что-то перестало работать, или вам там что-то кажется там, и так далее, то есть такое тоже может быть. То есть все вот эти переписывания программы, они немножко могут на вас отражаться. Это как, знаете, как вода, например, да, вы сегодня выходите, чистая вода, да, завтра выходите, какая-то мутная вода, там, послезавтра водоросли растут, да, там, через какое-то время, там, кристально чистая вода, там, дно видно. Там отлив начался, прилив. То есть здесь то же самое с программой происходит. Программа имеет содержание, наполнение. И это наполнение, оно периодически меняется. И вы на физическом плане это будете ощущать реально. Вот. И у некоторых есть до сих пор непонимание, как это все работает. Не то, что мы там с Анастасией сидим, что-то там придумываем. Там. Мы сами досконально пытаемся в этом всем разобраться. То есть, представляете, сколько лет понадобилось, чтобы вот прямо вот практически в деталях до всего докопаться. То есть, это не просто так. В книжках этого точно нигде не найдете, этого нигде нету. То есть это только может достать контактер, который постоянно с этим сталкивается, работает, все это пытается определить, понять, как бы, да, на живых людях, на живых примерах. Только таким образом. Других вариантов никаких нет. Страна может измениться после переписывания программы, там, женщина, там, да, или наоборот, там, женщина пропадает, была карма, там, нету кармы, там, или наоборот, не было кармы, появилась карма после переписывания. Были двое детей в программе, потом раз, там, вы должны были быть мастером йоги, переписали, нету больше мастера йоги, да, там, и так далее. Вы обращаетесь на момент, вот, допустим, на сегодняшний день, обратились, а через там год у вас другая программа. То есть вот все, что действительно, это год будет работать. Поэтому я всегда говорю, когда что-то думаете, старайтесь быстрее думать, потому что жизнь проходит, программы меняются. Вот, если вы где-то что-то не успели, то вас где-то могут наказать. Можете пойти наоборот. Развитие в другую сторону пойдет. Если что-то непонятно там, да, там, до конца что-то не понимаю. Не стесняйтесь, пишите под видео в YouTube, там обязательно ответим, разберем. Если о чем-то подробно не рассказывал, что-то упустил, что-то кто-то не понимает, обязательно сниму отдельное видео, чтобы вам было понятно. Подписывайтесь на наш канал и увидимся в новых видео. До свидания.